В Махачкале состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Мальчик в тумане». В основе сценария история детей во время войны. А вот какой, знает наш корреспондент Луиза Раджабова, которая побывала на закрытом показе картины. Ей слово. Нет, не ежик в тумане, а мальчик. Именно с таким интригующим названием «Мальчик в тумане» режиссер Мухтар Махтибеков представил премьерный показ картины своего короткометражного художественного фильма. Будь то война, будь то террористические акты, будь что угодно, что делают там взрослые, от этого страдают первым делом невинные дети. Кинокомпания «Палман-фильм» не смогла пройти мимо детей, которые оказались вовлечены в войну. Авторы не указывают конкретного места, не дают имен своим героям, ведь у войны нет лица. Метафоричная история мальчика, оказавшегося в страшном, окутанном туманом загадочном лесу. Его цель – найти маму. Но ребенок неожиданно встречает на пути страшное существо. Смысловой посыл сводится к жертвам военных конфликтов, где в первую очередь становятся беззащитными дети. Для Исмаила это первая роль и сразу главная. Мальчик признается, вначале было сложно, ведь съемки проходили в лесу, а после была многочасовая озвучка. Он еще не такой известный, однако после премьеры фильма решил, наверняка станет актером. Поначалу, когда уже начались съемки, было трудно. И когда озвучили фильм, тоже немного трудно. Но потом уже со временем легче. Мне показалось, что у меня это получается, и мне хочется продолжить в этом карьеру свою. Когда сценарий попал в руки родителей, мама Нина поняла – фильм нелегкий. Отпустить 10-летнего сына одного не смогла. Естественно, я понимала, что тема очень сложная, как бы фильм нелегкий. Поэтому, когда были подсъемки, я была с ребенком на подсъемках, и видя, как Мухтар объясняет ему, и видя реакцию моего ребенка, я поняла, что, в принципе, он справится. Ну, так и получилось. И в лесу, и как бы и везде. Мухтар был всегда рядом, он подсказывал, он объяснял. И я видела, что контакт есть. Честно говоря, даже в лесу я как бы старалась даже не присутствовать. Потому что, честно говоря, были такие моменты, я переживала за ребенка. В будущем режиссер Мухтар Махтибеков планирует снять ряд фильмов в самых разных жанрах. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала.